забирают на автозаправке. Калифорния в декабре, Лос-Анджелес. Вот такой куст. Спросили нас на английском отъехать. Yeah. Ну, мы им сказали thank you. Очень красиво. Очень красиво. Калифорния, Лос-Анджелес. Какая природа, юг. Невероятнейшее тепло. В декабре в Калифорнии, Лос-Анджелес. Может, так развернусь. Такие деревья посажены, плоды на них. Мы поняли, что это все-таки грейпфрукт, дерево. Лос-Анджелес. Мы гуляем с Милей. Просто по парку. Это частный сектор. Да, частный сектор, Миля мне подсказывает. Смотрим, как красиво. А потом так весь лес. Смотрим, как красиво. Это, наверное, калифорнийские хвойные. Сосна, я так думаю. А похож, конечно, на сибирский кедр по хвое. Вот такой пейзаж. Мы им любуемся. Тишина. Улица. Зеленые бачки. Это выбрасывают мусор. Видимо, за ним приедут. Ой-ой-ой, я переключилась, да. Прошу прощения. Угу. Не знаю, что это, но похоже очень на эвкалипты. И вот такой парк. И мы там гуляли и перешли на следующую улицу, на сторону. Угу. Лос-Анджелес, декабрь. И туда в гору уходят все вот эти вот кактусы. Насколько мы их можем здесь видеть? Кактусовые заросли поднимаются до самой вершины горы. We'll be right back.
частная клиника. Здесь работает русский врач. Это Лос-Анджелес. Оксана Бублик. Поэтому Миля с Петром сюда приезжают. Она им лечит зубы. Ну, можно сказать, за спасибо. И вот так здесь цветет в Лос-Анджелесе. Сильно ему нравится на побережье Тихого океана. И вот до такого, так скажем, дерева оно может вырасти. Если ему все нравится. Климат, воздух, почва. Побережье Тихого океана, прекрасный мягкий климат, в декабре запах роз. Конечно, они не цветут так, как в старочке, как летом, но это декабрь, и для декабря они выглядят прекрасно. Очень много роз, всяких цветов и розовый аромат. Как мне его передать? Вот так цветет алоэ, вот так ему нравится местный климат, Тихоокеанский, Лос-Анджелес, декабрь, Калифорния. Высокие калифорнийские пальмы смотрят в небо. Очень много зелени. Побережье Тихого океана. Лос-Анджелес. Тихоокеанское побережье.
побережье Тихоокеана. 10 декабря. Птицы